Все фанаты, я в том числе, должны спросить тебя, Том, что ты думаешь по поводу Человека-паука и его ситуации? Знаешь, это была сумасшедшая неделя. Я многое взял для себя, из заварушек в Твиттере, которые не всегда хорошо заканчиваются, потому что я честный человек. Но знаешь, это очень волнительно. Мы на самом деле не знаем, что ждет Человека-паука в будущем. Но это не конец моего забега, и мы продолжим снимать отличные фильмы. Я люблю это делать, и надеюсь, что поклонники будут продолжать любить их смотреть. И знаешь, никто точно не знает, что будет дальше, но я уверен, что все будет отлично. Что ж, на этом могу сказать, что появление Человека-паука в киновселенной Марвел на этом фактически закончено. И сам Кевин Файги в рамках выставки D23 Expo это подтвердил. Он сказал, что это было четко и на грани фактически нереального. Они успели рассказать историю Человека-паука, которую хотели. И за это они, конечно же, благодарны Sony, которые обратно забирают к себе Человека-паука вместе с ним и Тома Холланда. Самое интересное, что Холланд в любом случае бы перешел к Sony, так как он подписал контракт на 4 фильма, и еще в максимум 2 он точно должен сняться. А вот режиссер «Вдали от дома» и «Возвращение домой» Джон Уоттс не подписывал такой контракт. Поэтому Sony нужно либо уговорить его вернуться, либо искать нового режиссера, что может очень сильно сказаться на том, что у них выйдет в итоге, из последующих картин, так как Том Холланд и Уоттс нашли общий язык и вместе были как команда. А что Том Холланд будет делать с новым режиссером, неизвестно. Тем не менее, я очень сильно надеюсь на то, что у Sony все выйдет, и они замутят офигенную паучью вселенную с миллионами пауков и смогут реализовать это достойно. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, если у вас есть свои предложения по новым роликам, либо озвучкам, или вы хотите поддержать мой канал в развитии, что сейчас очень важно, то оставить свои предложения вы можете через специальный сбор в моем паблике ВК, там же, но в специальном обсуждении, либо через Donut Alerts. Надеюсь на ваше понимание и спасибо, увидимся с вами в следующих роликах.